Здравствуйте, уважаемые друзья! И сейчас мы с вами поговорим о маркетинг-плане компании GameLoot Network, реально прибыльном маркетинг-плане, в котором мы с вами можем зарабатывать от 5 до 300 долларов в день. И как это сделать, я вам сейчас покажу. Итак, первая возможность компании – это стать клиентом. Вы можете стать клиентом совершенно бесплатно, лимитированным, правда, клиентом. Вот, то есть что-то вам будет доступно, какие-то игры, возможности, какие-то будут недоступны. Вот, но это абсолютно бесплатно. То есть компания дает такую возможность. Можно стать премиум клиентом. Это будет стоить вам 10 долларов в месяц. И вы сможете играть постоянно. И вам будут доступны все опции, все те игры, которые предоставляет компания. И самое главное, вы сможете выигрывать призы. Призы могут быть разные. Лэптопы, я не знаю, смартфоны, возможно, какие-то футболки, там, или, например, даже поездки на несколько дней там, на какие-то курорты мира и так дальше. Телевизоры, то есть разнообразные подарки, и вы участвуете в розыгрыше этих подарков, если вы премиум клиент. Мало того, еще есть одна функция, если вы премиум клиент и пригласили еще 10 премиум клиентов, то вы автоматически, друзья, автоматически становитесь бизнес-партнером, то есть амбассадором. Вы становитесь бизнес-партнером, то есть амбассадором, если вы пригласили еще 10 премиум-клиентов. И вторая возможность, которой, я уверен, воспользуется большинство моих слушателей, те, которые меня смотрят, это, конечно, стать партнером, амбассадором. Что для этого надо? Для этого вам надо заплатить всего лишь 100 долларов, не 1000, не 1500, там, не 2000 долларов, а 100 долларов. И за инструменты, которые вам предоставляет компания, еще 24,99. И вы получаете уже 500 токенов, которые вы можете использовать в этих играх. Вы можете участвовать в розыгрышах, играть, или потом их накапливать, и потом заходить, там есть такой специальный магазин, и на эти токены приобретать себе какие-то подарки и призы. Вот вы стали партнером, с чем вас и поздравляю. Естественно, вы сразу начинаете информировать своих знакомых, друзей об этой уникальной возможности, об этом быстро растущем тренде, как можно быстрее информируете. Итак, вы пригласили одного человека, также на 124 как партнера. Ну, можно и клиентов, естественно, приглашать. Это все учитывается в ваш товарооборот. И клиенты вот эти по 10 долларов, и партнеры. Все-все полностью учитывается в ваш товарооборот. Итак, вы пригласили одного партнера. Вы получили 500 токенов. Вы получили 500 токенов, вот, которые можете там дальше использовать, как я уже говорил. Пригласили второго партнера, снова получили 500 токенов. Друзья, внимание, приглашаете третьего партнера, 124, там 99, вот, у вас сразу бонус, 250 долларов вам сразу единоразово компания выплачивает. И плюс, самое главное, 5 долларов пассивного дохода каждый день. Каждый день вы получаете 5 долларов. Каждый день 5 долларов вы получаете. Естественно, вы и ваши друзья на этом не останавливаются. Они понимают огромные перспективы этого маркетинга, как здесь можно вытащить деньги. Естественно, они делают то же самое. Ихняя задача пригласить 3 человека. Мало того, если кто-то попался к вам случайно, который, ну, пока еще не может, пока еще только тренируется, пока еще только первый раз знакомится с этим всем, вы сами можете ему помогать и ставить своих людей сюда, лично приглашенных, и они будут считаться и вашему партнеру, и вам. То есть и в общий товарооборот, и вам лично, и вашему партнеру. Понимаете, то есть насколько простота здесь маркетинг-плана. Мы сами начинаем зарабатывать, и в первую очередь нам выгодно помогать своим партнерам. Почему? А потому что как только у ваших партнеров также появится по 3 новых партнеров, мы с вами, кроме того, что партнеры получают по 250 долларов и уже по 5 долларов каждый день, мы с вами, друзья, внимание, получаем
я даже красным напишу, мы с вами получаем уже $500 единоразово, плюс уже не $5, а $20 каждый день. $20 каждый день. Друзья, что происходит дальше? Естественно, мы, получив эти деньги, как говорится, аппетиты растут. Вот, аппетит приходит во время еды, правильно мне подсказывают. Мы начинаем помогать нашим партнерам развиваться дальше. Они же тоже хотят $500 и $20 каждый день. Естественно, мы им помогаем вместе с ними дальше строить нашу организацию в глубину. Друзья, что мы в этом случае получаем? Как только у наших партнеров идут снова по 3 новых партнера, мы с вами получаем $1250, друзья, и $30 каждый день. $30 каждый день. $1250 и $30 каждый день. Итак, какие бонусы нас ждут дальше? Для удобства я перейду на табличку, чтобы было видно. Итак, с 4 уровня при товарообороте в 10 тысяч мы уже получаем $50 ежедневно и 2500 баллов единоразово. И дальше с каждым разом, как увеличивается наша организация и увеличивается баллы, товарооборот в нашей организации, мы получаем все больше и больше денег. И как видите, максимально мы можем получать с вами при товарообороте в 3 миллиона баллов, мы получаем с вами $3000 каждый день и $200000 единоразового бонуса. Великолепно, друзья! Итак, друзья, мы увидели, какие огромные деньги мы здесь можем получать с вами за нашу работу. Еще маленькие нюансы и детали для общего понимания. То есть мы строим здесь тринар, так называемый, три ноги, три ветки, друзья. Но это абсолютно не означает, что нам обязательно надо строго все было, чтобы шло то так три по три, у каждого три по три. Как только мы подписали, единственное главное условие – это привлечь первых трех партнеров. После этого вам открываются полностью все выплаты по маркетинг-плану. Абсолютно все вы имеете право на абсолютно все выплаты по маркетинг-плану, без всяких там каких-то нюансов и моментов. Там под собой иметь там двух амбассадоров, или там двух даймондов, или крауд-даймондов, или кого-то еще нет, друзья. Просто открываются вам все возможные выплаты по маркетинг-плану. Единственное условие – иметь трех первых лично приглашенных партнеров. Дальше вы можете ставить своих партнеров под ваших партнеров и помогать этим другим партнерам также развиваться, друзья. Вот, то есть все учитывается, весь ваш товарооборот вместе с переливами. Это очень важно. Дальше уже учитывается по квалификациям, как только вы достигаете следующей квалификации, там Рубин 2, Рубин 3, Рубин 4, по товарообороту в первую очередь. Не по правильному расположению 3 по 3, 3 по 3, 3 по 3, а именно по товарообороту. Это тоже очень важно, друзья, чтобы вы не думали, что это надо обязательно все ячейки там заполнять или еще как-то. Нет. Вот. Но в любом случае, конечно, лучше выстраивать более-менее правильную схему. Почему? Ровную. Почему? Потому что единственное здесь условие – это правило 40%. Оно есть везде практически во всех компаниях. Если у вас одна ветка пошла намного больше и мощнее, например, вот как я здесь, у меня нарисована вот эта средняя ветка, то с ее товарооборота будет учитываться 40%, друзья. 40%. Вот видно, я написал здесь. 40%. То есть все, что свыше 40% по сравнению с другими ветками, то есть вашего глобального общего объема, оно уже учитываться вам не будет. Поэтому желательно, конечно, когда, если вы видите, что одна из веток у вас пошла очень мощно, и вам практически уже там делать нечего, занимайтесь другими ветками, развивайте их, компания этим стимулирует, чтобы вы не выезжали на одном партнере. Это абсолютно нормально, это везде, во всех компаниях, во всех маркетинг-планах присутствует такое правило, чтобы партнеры не выезжали на одном партнере, который активно работает. Вот, поэтому компания стимулирует вас помогать другим своим партнерам, если у вас одна ветка пошла вперед. Но, друзья,
Мне кто-то может сказать, вот я трех пригласил, и теперь мне только постоянно работать с тремя людьми, и уже своих остальных партнеров здесь только регистрировать. А если я хочу дальше развиваться? Компания говорит, пожалуйста, развивайся. Мы будем очень рады. Мало того, мы будем тебя стимулировать это делать. Как только человек захочет зарегистрировать себе еще четвертого активного партнера, допустим, четвертого, вот я здесь напишу, номер 4 он, да? Компания и сразу стимулирует его это финансово. Как? Как только он становится рубин 1, то есть, как только он приглашает себе трех человек, трех партнеров, компания сразу автоматически вам, лично вам, выплачивает еще плюс $500. Как только он стал партнером, вы сразу получаете $500. Мало того, компания вас не ограничивает в этой ширине. Вы можете дальше приглашать партнеров до бесконечности в первую линию и помогать им становиться рубинами, рубинами 2, рубинами 3 и 4. Так же, как и здесь в маркетинг-плане, вы получаете до бесконечности. Нет ограничений, нет обрезаний ни здесь, ни в глубине, ни в ширину. Нет ограничений, нет обрезаний, друзья. Вот. Что мы еще дальше можем получать? А дальше, друзья, если наш четвертый партнер стал не рубин, а рубин 2, то есть у его первых трех приглашенных появилось также по 3, он же также хочет развиваться, также хочет зарабатывать, также хочет участвовать в этой системе выплат, как только он становится рубин 2, вы уже получаете еще автоматом сразу, получаете $1000 плюс премиальных. Как только этот партнер стал рубин 3, вы получаете $2500 сразу премиальных. Как только он стал рубин 4, вы получаете $6000 премиальных. Лично вы. Он свои деньги получает, но вы еще получаете плюс к этому. Или 2500, или 6000, или 1000, там, или 500. Мало того, это может быть любой партнер, не обязательно там четвертый, это может быть пятый, это может быть шестой, это может быть седьмой. То есть всех, кого вы пригласите и поможете им участвовать в этой системе выплат и зарабатывать для себя деньги. Друзья, фантастика. Эльдорадо, Клондайк, как говорил Владимир Высоцкий. Это станок, который печатает нам деньги. Который будет сам печатать нам деньги. Вот и все, друзья. Вот такой простой и понятный маркетинг-план. Хочу обратить ваше внимание именно на его простоту и абсолютно понятливость, да? Абсолютно понятный для любого, даже новичка, который первый раз вообще изучает маркетинг-планы. Абсолютно понятный, без всяких подводных камней, абсолютно простой. И самое главное, он стимулирует нас с вами помогать нашим партнерам. Потому что чем больше мы будем помогать нашим партнерам, тем богаче мы с вами становимся. Вот это самая главная фишка. Помогай другим, и другие помогут тебе. Особенно в этом тренде, который набирает сейчас миллиардные товарообороты во всем мире. Друзья, действуем. Действуем прямо уже. Бизнес-система «Прорыв» всегда с вами. Спасибо.